Тут на улице Чернышевского. Пиво ходят по улицам, пьют. Вот точно на Парис как раз едет эвакуатор. Пойду, куда глаза глядят, куда-нибудь да выйду. Сегодня все так же, 26 июля 2018 года. Все так же душно. Ой, ё-моё. Остановки вот такие в Санкт-Петербурге. Сама остановка. Город вообще зеленый. Также иду, пью минеральную воду. Вот сквер опять, сквер опять какой-то. Пойду гляну. Автобусы по центру ходят. Улица Бонч-Бруевича. Не туристы, внимание. Зеленый город. Цветы. Лавочки. Пойду прямо. Сам себе экскурсовод.